Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить шпалер 6-метровый вот для этих кустов малиновых. Элементы конструкции сейчас начнем собирать. Установили мы основание, так скажем, такое треугольное основание на ноге. То есть смысл в чем? Ставим их в линию. Длину можно сделать любую. Ставим в линию. На нужном расстоянии друг от друга забиваем. Затем соединяем прогонами сверху. Сверху соединяются они у нас. И потом окончательно уже по уровню на нужную высоту опять идем и пробиваем. То есть били кувалдой вот по этому месту, предварительно поставив доску. Сейчас у нас задача натянуть троса. Три троса будет. Вот выбрали нужное отверстие. Тут их на выбор дается несколько штук. Раз, два и три. Вкрутили вот такие держатели. Сейчас на них будем вешать троса. Троса такие же, как для системы подвески. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня шпалеру 6-метровый. 6 метров, это значит у нас 4 несущих элемента и 3 пары прогонов поверху. Прогоны, то есть секция идет 2-метровая. Сделано это из трубы 20 на 40. Стойка из трубы 40 на 40, прогоны из трубы 20 на 20. Покрашено полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Также натянуты у нас 2 троса. Под третий сделана заготовка, пока его не установили. Вот так малина будет хорошо и качественно подвязана. Конструкция достаточно жесткая. Стоит прочно. Вот такой здоровский шпалер у нас получился. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.